В начале 50-х Советский Союз создал противовес американской ядерной угрозе – межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести до территории США ядерный заряд. Но для испытаний этой ракеты нужен был новый, современный, гигантский полигон. В августе 57-го Советский Союз преподнес сюрприз всему миру. ТАСС сообщил иностранным информагентствам. СССР произвел успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и она достигла цели в заданном районе. Это сообщение потрясло все правительства и разведки мира. Даже ЦРУ не обладало информацией о расположении стартовых площадок. 4 октября 1957-го с этой стартовой площадки будет запущен первый искусственный спутник Земли. Ну а чуть позже, вслед за словом «спутник», мир выучит еще одно новое слово – «космодром».